Губернатор Ульяновской области осмотрел результаты ремонта, проведенного в городской поликлинике номер 5. Медицинское учреждение участвует в программе «Модернизация первичного звена». Комплексные ремонтные работы здесь начались в 2020 году. Ремонтные работы позволили создать достойные условия для пациентов, разделив их потоки, сохранив зону отдыха и ожидания. Вот в этом году мы закончили холл, довольно-таки большой объем работы. Мы отдельно сделали регистратуру по типу открытой регистратуры, отдельно вынесли картохранилище, чтобы не было дополнительной работы на регистраторам, они больше уделяли внимание пациентам. Отдельно вынесли колл-центр, так называемый контакт-центр. В 2020 году реализация национального проекта здравоохранения будет продолжена. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Александр Гашков. Региональное софинансирование проекта заложено в областной бюджет в полном объеме. Фактически данная поликлиника отремонтирована в рамках национального проекта здравоохранения. В 2022 году общая сумма заложенная на например, составляет более 400 миллионов рублей. В эти недели мы планируем приобрести 13 единиц медицинского транспорта, построить 6 ФАПов и провести ремонт не менее 6 учреждений здравоохранения, причем первичного звена, 2 из которых это районы. Губернатор Алексей Русских также осмотрел здание дневного стационара поликлиники номер 5 на бульваре Пензенском, 5. В 2021 году здесь был отремонтирован и открыт современный кабинет томографии, сделав помощь пациентам более доступной. Здесь делают все манипуляции, разделили поток аппарата, у нас отдельный вход для врачей и для рентгенного барона. Для того, чтобы в случае, как говорится, необходимости, здесь они не контактируют. Запись у нас будет открыта, лечебные учреждения звонят, записываются по времени, приходят и мы работаем. Работы по модернизации здания поликлиники номер 5 на Созидателей 11 продолжаются. Запланирован ремонт системы отопления, кровли, холла и первого этажа поликлиники. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. В дальнейшем на ремонт медучреждения предусмотрено более 40 миллионов рублей в 2022 году и более 35 миллионов рублей в 2023 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области». Валентина Никонова, «Правда ТВ».